Здрасте. Здрасте. Узнаете? Ой, здрасте, здрасте. Как поживаете? Кто так? Сережа. Сергей. Не помните, нет? А ты? Дима. Димочка. Димочка. Да. Сережа. Как поживаете? О, узнали, видите, как ты. Ты ж коли приезжал. Давно, да. Здрасте. Здрасте. Ну. Здравствуй, Сереженька. Узнали. Димочка, ну как же не узнать? Рады видеть тебя на нашей земле. Спасибо. А я смотрю, дед Федя сидит. Да. Молодец. Ну, как поживаешь за границей? Да ничего, жить ничего. Можно. Жить можно. Как видишь, живу, скажи здравствую. Да, ничего, живут везде люди. Да, но как? Живут везде, но как? Сам приехал. Сам. Сам. Це ж ты самолетом до Киева, да? До Киева, да. До Киева. А с Киева в Харьков тоже самолетом. О. Так, вот, так. А ну ничего, молодец, что не забываешь родину. Родину? Родина? Ну а как же? Это родина, что ж. Куда денешься? Вот сегодня в газете в нашей районной очень интересная статья об учителях. Так, так. И говорит, ну, раньше было, значит, отечество, родина, а вот все-таки страна наша, ну, довели до такого состояния, но все равно родина есть родина, и ее забывать нельзя, где ты родился, где ты вырос, где все, где прошло твое... Сколько ж дорога стала, Сережа? Ой. Да дорого. Дорого. Ну, ты не знаешь, сколько оно там... Для того, чтобы увидеть мать, родных, это дороже. Да. Не, это не деньги, это просто времени. Там же работать надо. Отпуск небольшой. То есть, ну да, да. Какие-то другие дела. То есть можно было бы чаще приезжать. То есть это не деньги. Это просто всего 3 недели отпуска. То есть пока ты доедешь, пока ты же в Канаде, да? В Канаде, да. Ну что, оно город? Я живу в большом городе, в Торонто, самый большой город. Это что, столица этого Канады? Нет, столица Оттава, она поменьше, она такая. Вот. А Торонто, он более промышленный, по размерам больше Харькова, наверное, сколько Харьков. Много народу живет разного, с разных стран, на разных языках. Ну, в основном там очень много украинцев. Нет, не очень много. Больше всех везде китайцев. Их везде много. Значит, а так? Не, есть украинцы, есть украинская церковь, есть люди, где они живут, есть украинское село, которое называется Соколы, так и называется на карте по-украински. Въезжаешь туда, там улицы называются, Лесі Українки, там еще что-то. Но они все уже говорят по-английски, они уже уехали, ну, много конечно. Лет назад. Да, они да, помнят, да. Что они украинского происхождения, но их не так много. Ну, есть. Ну народ там ничего, чем... Народ ничего. Ничего. Добрый, да. Не злой. Там да, злые да, наши. Там нашего русского. Наши тоже ничего. Там приезжают, становятся такими, что же. Ну да, потому что там не развернуться. Нельзя же показать свое я там. Почему нельзя? Ну, не, люди нормальные, показывают и я свое, и все. Ну их ставят, наверное, на квартире, по алфавиту. Да, на квартире. Вот так. Ну ладно. Я еще тебя задержу на секундочку. Значит, тут в газетке я все новости. Иногда хорошая газета районная. И иногда интересные такие мысли, статьи. Значит, ученые американские доказали то, что к 50-му году, 2050-му, в России уменьшится на 50 миллионов. На Украине что-то на 28 миллионов. Ну и потом пошел там Запад, Румыния, Болгария, тоже там, ну сколько. За китайцев ничего не сказали. Тоже меньше становится. А в Индии возрастет на 500 миллионов. Ничего страшного. Так, за 45 лет. Да садитесь, садитесь, тяжело.
сажать. Дедушка Федя молодец. Сам молодец. Хорошо выглядит. Да ничего. Ой, сколько ему уже? 94. 94. Хорошо. Еще девушка. Нет. 94 нет. Вот. Но выглядит. Да ничего, на свои годы вот молодец. Вот сидит, вот сейчас посидит, потом будет кричать, ноги отказывают. Вот это он пересидит, понимаешь, потом стать тяжело ему. Вот ноги отказал, на палке, ноги отказал. Понятно. Ну ладненько, мы пойдем там нас кушать. Я просто увидел, что сидит. Да, спасибо тебе, Сережа, что пришел. Мы еще увидимся, счастливо. Ты же еще завтра тут будешь? Да, мы только сегодня приехали. Мы только сейчас приехали. Да, я видела. Ехать будете, да? Завтра вечером, наверное. Завтра вечером. Ты прямо... Не, завтра вечером поеду еще дядю проведу в Бессоновку. Ага. А, в воскресенье домой. Ну, ладненько.